Он никогда не отказывал в помощи и почти полжизни провел в отшельничестве и затворничестве. Проживал в лесу в келье, где творил чудеса, излечивая людей. Серафим Саровский считается одним из самых почитаемых в народе святых. После его смерти 15 января 1803 года его мощи хранились в Саровском монастыре до революции. А после бесследно исчезли и были найдены лишь спустя 70 лет в Ленинградском музее религии и атеизма. Оттуда были переведены в Дивеевский женский монастырь в Нижегородской области. 1 августа 1903 года Серафим Саровский был канонизирован. В этот день также отмечается День памяти чудотворца. А в 2007 году Московский патриархат объявил его покровителем ядерщиков, так как в Саровском монастыре в 1946 году был открыт первый советский ядерный центр. Ну а в ночь с 18 на 19 января православные будут отмечать один из главных праздников – Крещение Господне. В Сочи для крещенских купаний готовят 10 мест. Там будут дежурить бригады скорой помощи, спасатели, казаки. Так, например, к традиции можно будет приобщиться на пляже Маяк, пляже санатория Кристалл, на Корытах, это река Западный Дагомыс, на пляже Ривьера, реке Псезуапсе, на пляже поселка Головинка, на реке в районе Катковой щели. Собственники пляжей должны быть бдительными в этот день и организовать на берегу работу спасателей и фельдшеров. Утром 18 и 19 января во всех храмах города Сочи будут проведены службы, по окончанию которых священнослужители проведут чин водосвятия.